Все, побежала я. Снег выпал. Утки пока на улице. Конечно, мускусных уток нужно переносить в сарай. Обязательно. Они не будут в морозы здесь на улице. Просто еще морозов у нас нет. Вот, так что пощипать им снежок, погрызть есть. Я не волнуюсь, что им сейчас нечего пить. Для тех, кто не знает, для людей не понимает. Куры, утки, которые содержатся, индюки, кто-то там на улице, они зимой содержатся на снеге, потому что это для них, они это очень любят, им это очень нравится. Ну, я своим так иногда прям горячей водички подливала, но можно не заморачиваться. Когда ты заходишь в сарай, у тебя он на ботинках, на галошах снег, и сарайные куры, которые не видят, естественно, снега, они сразу накидываются, давай клевать. В общем, вполне себе живут на снеге. Вот, потому что когда морозы, ну, вы понимаете, это мартышка, да блин, хватит. Это мартышкин труд таскать им воду. Но я все равно иногда, я все равно им приношу там тепленькое, чтобы они сколько попили, остальное, естественно, тут же замерзает. Все. Пошла. Опять вынесу ведро. И пойду сейчас ливану. Ну, днем-то в любом случае мороза нет. Ночью, может, оно и будет, но я им много не буду лить. Так, чтобы они попили. Смотрите, я не волнуюсь. А здесь у них снега, вообще ни снежинки нет, потому что они съели, вытоптали. Так, а ты здоровый селезень, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ты здоровый, ты с той партии оттуда. Я тебя ночью, наверное, когда-то оставила здесь. Так что давайте, ребята, выливаю это и выношу еще воды. Я-то думала, им хватит. Все, сейчас и вам принесу. Блин, она эта чашка стояла вот здесь вот, и могли и эти в дырочку голову просунуть, и эти. Что? Что? Знаю, и вам надо сено, знаю. Да, сейчас принесу. И вам сенка, и воды Дэня выйдет, нальет. Вот это вот арасая козлиха. Да, сейчас. Сейчас я уже получше, уже глазки там другие белеют. Антибиотики назначил врач аж двух видов, ветеринар. Я не помню, как они называются, видите, мутные такие и прозрачные. Муж сделал пирог в церковь, обтянули лентой, потому что завтра повезем. Выдумал на ходу, у него заказ был другой, крупный, по хлебушку. Он сегодня там был, делал. Это не горелое, это шоколад. Шоколад, а здесь корица. А внутри джем малиновый и, видно, ну, видно другого цвета, абрикосовый. То есть делаю тут заказ и это пек. Тут какие-то, я не знаю, что он тут изобразил, какие-то листья. Изобразил какие-то листики. Я тащу комбикорм. Вечером, как всегда, у нас хозяйство вечером. Вот здесь у нас кормежки. Одна тарелка, другая. Все, загоняют уже, поели бы. Жирихин свою поел, в чужую. Там не доели девчонки, ему мало. Вот, бегают. Едят. Не доел тоже, да? Давай, доедай. Ага, территорию пометить надо, да? Угу. Сейчас дела всякие, вот так вот. Я потащила мешок комбикорма уткам. Утки еще здесь на улице. Давайте, заползайте.
Подходите, ага, с улицы. Сейчас вам, ага, сейчас вам туда, соседям. Эти шипят, это они кричат, так ругаются. Сейчас, сейчас, несу. А, сейчас с вами пойдем в сарай. Вон там дырочку мне говорят. Сейчас с вами пойдем в сарай, сейчас. Вас сегодня уведу, девочки. Дом, в котором были полгода назад-то, да? Когда были последний раз? Когда-то весной. Хоть погреетесь здесь. И вот так теперь будем зимой бегать. Туда-сюда, туда-сюда. Вечером забежали на ночь. Не вечером, а на ночь. С утра пробежали. С утра я им там буду кормушки накладывать. Там же, на улице, на выгуле. И весь день до вечера они на выгуле. Да, куры выступают, ходят. Да. Так, пойду курам водички принесу. Я их зову, козы. Козы открыла дверь. Они же не привыкшие уже. Бегать-то туда-сюда, они уже знают, что... Прям как будто золотое, какое украшение во лбу, да? Угу. Они же знают, что они все время там живут. И днем, и ночью. Я открываю дверь там в загоне на улице. Козы, там тишина, они даже не высовываются. Потому что в это время к ним никто не приходит, они уже там спать укладываются. Козы. Самые сообразительные прибежали. Все, уткам натаскала комбикорма. Водички принесла такой тепленькой немножко, ведро на всех. То два ведра туда, два ведра туда. И большим, и маленьким сейчас на всех, потому что на ночь они сейчас попьют. И ночью все заледенеет все равно. А такой период, блин, такие дни сейчас. Мороз, а снега нет. То есть и воду не поставишь, и снега нет, чтобы они там спокойно его грызли. Вообще нет. Поэтому приходится таскать. Здесь в сарае бочка, ребята, натаскиваем. Но здесь пол бочки воды, и вода замерзла, потому что вот он вход. Дверь открыта была. Я даже козам вот и сейчас... не закрывала бы дверь в сарай и в 20 градусов не закрывала. Полы здесь теплые, ну, земля просто с сеном. Не закрывала бы, но здесь куры и здесь вода, и поэтому сегодня, конечно, дверь буду закрывать не потому, что козам холодно, им не холодно, они вон на улице живут у меня. А просто потому, что куры. Волнуется маленькая, там волнуется. Прибежали непонятно куда. Она же никогда в жизни здесь не была. Куда-то все бегут, ну молодцы. Побежали все. Думаю, сейчас, как всегда, половина, какая-нибудь молодая половина, я имела в виду, не молодая коза. Какие-нибудь молодые растопырятся, большие козы побегут. Эти растопырятся, побегут обратно на выгул. Ничего, сообразили все. Раз все бегут, значит все... Алтай,
потолок рассматривают тут. Смотри, ой, губёшки топырь. Что-то давно здесь не был, да, в своем царстве. Что тут? Все, ложитесь уже здесь. А я могу и вечером вам сейчас прям кормушку забивать каждый вечер сеном, а с утра вам уже приходить, просто вас отпускать сюда, сюда, туда. И все. Это здесь перегородка, она, конечно, сейчас мешается. Это просто городушки здесь вот эти вот, когда козы рожают, и отдельные. А так большой один загон. Здесь большой, а там вон два. Там у нас обычно козлятина. Котлеты. Так, ну чё я стою? Пойду курам водички принесу. Ты чё застыла? Няха. Пойду курам водички принесу и вам там сено. О, что это прям сразу? А? Воспоминания нахлынули. А? Чё? А, что? Все правильно прибежали, молодцы, не волнуйтесь. Все правильно. Самое главное, куда все, туда и вы.